приготовление лисичек первый раз так приготавливаю. Хотелось для чистки от паразитов. Ну вот скушала утром, почистила. Есть отдельное видео, очень хорошо. Так себя чувствую, все нормально. Прошел такой большой грипп. Сырым съела, салатом. Это я уже на заморозку, потому что долго оно не, оказывается, не может, естественно, стоять. Поэтому вот это я щеточкой почистила. И здесь почти час оно намачивается, две воды слила. И вот что получается. Песочек. Вот песочек. Переложила в другую и песочек вымываем. Здесь такие более мелкие грибочки. Это я уже последними их почистила. И они сейчас у меня отмакиваются. А это, как по мне, буду еще проверять, потому что плоская шляпка. Это, эти какие-то темные. Этот вообще какие-то края опаленные, непонятные. Ну, этот вроде похож на лисичку, но тоже как-то вроде темноватый. А этот, наоборот, светлый. Ну, в общем, с этими как-то я еще буду изучать. Они у меня под подозрением. Вот это для того, чтобы чистить организм. Для заморозки. Термообработка, она уничтожает ту последнюю нужную и полезную, которая именно для чистки организма используется. Ну, вроде бы заморозка, в интернете написано, что сохраняет свои полезные свойства. Будем надеяться. Всех вам благ!